Помимо закрытой картотеки и вот такой открытой регистратуры, здесь предусмотрена еще и комната отдыха для матери и ребенка. Это для тех женщин, которые приходят в лечебное учреждение с грудными малышами. Понятно, что все продумано с учетом комфорта и максимального удобства. И, наконец, вопрос лифта тоже немаловажен. 25 лет назад, когда проектировали это здание, о доступной среде никто и не слышал. И поэтому лифты маленькие и неудобные. Но теперь вопрос решен. Инвалиды-колясочники смогут ездить свободно.